Сьогодні ми поговоримо про наше здоров'я, і здоров'я все ж таки потрібно, знаєте, лікувати не в той момент, коли вже щось заболіло, а все ж таки бути з ним знайомим від А до Я. От розуміти, чому, наприклад, у тебе там може заболіти голова, чому, наприклад, ти сьогодні себе можеш почувати якось не досить активно, як завжди. Ти взагалі контролюєш своє життя від початку до кінця? Отак, знаєш, своє здоров'я, навіть не життя, а здоров'я. Ну, життя буде контролювати максимально складно, але все одно це також потрібно робити, але здоров'я. Ти знаєш, іноді я помічав, що я щось болить, я такий, ну, потерплю, а потім воно починає ще більше боліти, вже терпіти не можна. І, як правило, друзі, я помітив також, що ми завжди, коли щось болить, ми чекаємо слушної нагоди, аби відвідати лікаря. А слушна нагода – це саме той момент, коли заболіло. Тому сьогодні будемо говорити про тотальний чекап організму, аби завжди бути в курсі того, що відбувається з вашим організмом і які хвороби. У нас на зв'язку зараз Дарина Лєвих, сімейна лікарка та дієтолог з Дніпра. Доброго ранку. Здравствуйте. Доброго ранку. Ми хотіли б одразу з вами взагалі поговорити про те, що це за такий от напрям, чому саме така назва. Ну, от розкажіть нам, нашим глядачам, що це таке? Ось цей постійний огляд і огляд повністю свого організму. На самом деле, все очень... Надо разделить сначала, да, что есть обязательные профосмотры детей, да, они включены в реестр обязательных профосмотров, да. И это происходит бесплатно, да, первый год жизни ребенка это 13 осмотров. Есть профосмотр школьников, да, перед тем, как они идут в первый класс. Есть профосмотры абитуриентов, тех, кто поступает в высшее учебное заведение. Есть профосмотры тех, кто сдают на права, да, а вот категория населения, которая, скажем так, самозанятых людей или предпринимателей, да, которые, в принципе, никому ничего, ну, грубо говоря, не обязаны, они платят налоги, но, тем не менее, вот о здоровье о своем не заботятся. Да, то есть на себя в последнюю очередь именно думают о своем здоровье. Я думаю, что сегодня есть смысл поговорить именно об этом, да, именно на то, о том, на что нужно обратить внимание таким людям в возрасте, там, 30+, да, как правило, такие люди уже отучились, уже у них там как-то сложилась их карьера, и дальше погнали. И неважно, да, как себя чувствует организм, нужно идти вперед, вперед, вперед. А здесь, прежде всего, мы тоже разделяем мужчин и женщин, да. Если мы говорим о женщинах, после 25 лет, то ежегодно, естественно, нужно посещать гинеколога. В первую очередь, настороженность какая? У нас в Украине очень такая печальная статистика по двум направлениям основным. В основном, да, украинцы умирают от болезней сердечно-сосудистой системы. Если вот мы берем всю сумму, да, в 2020 году умерло 616 тысяч людей. Из них 408 тысяч – это последствия болезней сердечно-сосудистой системы. Только вдумайтесь, это огромная цифра. 77 тысяч людей – это онкология. 24 тысячи – это болезни желудка, да, кишечного тракта. И только 20 тысяч, то есть уже на четвертом только месте идет осложнение ковид. Мы о ковиде говорим очень много, да, о том, что нужно проверить свой холестерин, нужно мониторить свое давление, хотя бы знать о том, какое оно у вас, пульс, давление, холестерин, уровень глюкозы, да, потому что сахар и сахарный диабет — это тоже очень большую нишу занимает именно в инвалидизации населения. И осложнения тяжелые, такие как нефропатия, там, да, мышечная недостаточность, слепота, та же онкология и ампутации. То есть это то, что забирает не только жизни, но и качество жизни людей, то, что добавляет в страну, да, инвалидов, инвалидизацию. Вот на эти, то есть мы отталкиваемся не от того, на что нужно каждому обратить внимание, да, а на то, от чего сейчас умирают украинцы, и, собственно, от этого мы отталкиваемся, да, что в первую очередь нужно смотреть на внешнее проявление рака. Это гинеколог смотрит, молочные железы, это может сделать и сама женщина дома. Это визуальная форма рака шейки матки, да, это УЗИ яичников. То есть если даже нет проблемы, все идет регулярно, да,
год посетить гинеколога нужно обязательно. Раз в 2 года женщины более молодого возраста, раз в 5 лет мы сдаем ПАП-тест. Это такой специальный тест на тоже онкологию, именно клетки. Онкологические смотрим. Это все знает гинеколог, то есть гинекологу раз в год показываться обязательно. Дальше. Чоловічі огляди. От ми зараз говорили про жіночі, а як чоловікам? Там теж раз на рік, чи якось ріже, чи частіше? И после 40 лет. После 40 лет мужчины посещают тоже желательно раз в год хотя бы уролога, да? Более, если есть какие-то проблемы. Но мужчины очень часто не признаются даже себе в каких-то проблемах, то, что ночью встают в туалет, то, что есть какие-то, да, там, или дискомфорт, или боль, или где-то давление. Вот важно это тоже замечать и не бояться идти к урологу. Потому что уролог осмотрит, да, и либо тоже назначит анализы, которые нужно доздать, либо же направит уже, да, в какое-то там лечение, если оно будет нужно. То есть здесь самое главное, на что хочу обратить внимание и для мужчин, и для женщин, обращать просто внимание на симптомы, то есть не ждать, когда что-то начнет отваливаться, условно говоря. Да? А как только что-то заболело, да, там, то нужно идти и обращаться. Если у вас есть декларация с семейным врачом, я надеюсь, она у вас есть, то вы в первую очередь можете пойти к нему. Вот в рамках декларации вашей с семейным доктором вы у семейного доктора можете пройти бесплатно следующие анализы. Первое — уровень глюкозы крови. Холестерин — быстрый тест. Быстрые тесты ВИЧ и гепатиты. Быстрый тест на беременность, понятно, ковид. Не все сразу, да, но это то, что может вам направить, на какие анализы может направить вас без оплаты семейный доктор ваш. Это общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмм. Это что вот самое такое базовое, необходимое. Ну, по крайней мере, эти минимальные тесты, они уже покажут, если вдруг есть какие-то отклонения. Ну и давление тоже, само собой, да, тонометр, то есть измеряет. И что еще очень важно, еще хочу пару слов сказать о статистике. Недавнее исследование STEPS, Украина туда входила в число этих стран, которых исследовали. Да? Очень классно. На самом деле исследование, и в результате него мы видим, что 60% украинцев имеют лишний вес. Тобто у нас уже и проблема ожирения. Да, и каждый третий с ожирением. Если каждый второй с лишним весом, то каждый третий с ожирением. Только вдумайтесь, это фактически как Турция, то есть мы так, такими темпами скоро докатимся и до Америки. Да? Там сейчас наоборот волна идет уже в сторону здорового образа жизни, снижения веса, да, тела. То у нас наоборот, пока что мы только набираем вес, да, к сожалению. И то, что вот хочу обратить внимание, что может дома каждый проверить даже без врача. Первый вес, естественно, свой вес утренний и индекс массы тела. Для индекса массы тела нужно еще и знать рост. То есть мы делим вес в килограммах, делим на рост в квадрате. То есть, например, там, если у меня 1,62 м, то 1,62 умножить на 1,62 — это будет нижняя, вот это, нижний показатель, на который мы делим свой вес в килограммах. Так вот, если ваш вес больше 24, индекс массы тела больше 24, это значит, вы уже склонны к избыточной массе тела. И уже все-таки нужно бы пойти к доктору, да, хотя бы измерить давление, глюкозу, вот такие вот показатели. Если этот показатель ближе к 30, то это уже ожирение первой степени. Это первое. Второе, купить сантиметр, он стоит копейки, и померить свою окружность талии. Талия у нас, да, мы ищем на животе самое узкое место. Самое узкое место у женщин на талии должно быть до 80 сантиметров. И если этот показатель выше, значит, уже есть метаболическое нездоровье. Для мужчин этот показатель 94 сантиметра. То есть до 94 сантиметра можно себе расслабиться и жить, как жили. Если этот показатель выше, значит, вам срочно нужно менять привычки питания, добавлять режим в свой дневной, да, режим спорт обязательно.
обязательно, потому что иначе вы придете к сахарному диабету либо болезням сердечно-сосудистой системы, от которых и умирают украинцы. А зараз також розповсюджена хвороба серед молоді, це коли вони масово худнуть, тобто вважають, що десь набрали вагу і починають переходити на оріжки, починають переходити на якісь такі дієти, і потім ми зіштовхуємося з тим, що з'являється анорексія. От як, наприклад, цей момент прослідкувати, ну ви розповіли, якщо з надмірною вагою, а як навпаки не допустити анорексії? Знаете, на самом деле анорексия – это смертельно опасная болезнь, сродни сердечно-сосудистых болезней, это правда. Здесь, да, у меня есть тоже такие пациенты. Как не допустить? Это уже с детского возраста выстраивать у ребенка здоровые отношения с едой. Угу. Что, ну, что это означает? Еда – это не враг. Еда – это друг. Да? Угу. То есть с помощью еды ты можешь быть и здоровой, и стройной. Именно не то, что все еда, это вообще в целом плохо. То есть анорексия появляется тогда, когда человек кайфует от голода. То есть когда еда — это враг, и лучше вообще без еды. Но когда же мы выстраиваем здоровые привычки, что смотри, вот эта еда, она на самом деле очень полезна, и она тебе добавляет, там, например, да, кормит твою микрофлору кишечника, добавляет тебе антиоксиданты, витамины, минералы, у тебя лучше потом соображает мозг, у тебя красивая кожа, волосы, у тебя хорошо работают гормоны. То есть, да, не надо быть прям нутрициологом, да, чтобы это объяснять своему же ребенку. Но мы, по сути, в какой-то мере для своих детей являемся диетологами. И выстраивать у них здоровые отношения, именно то, что не считать еду культом, из еды культ, да, и не впадать в крайность, когда это все вообще ужас и кошмар, все вредно, все нельзя и так далее. Вот здоровий баланс, здорова середина. Пані Дарина, а скажіть, будь ласка, ви також згадували про те, що зараз така розповсюджена проблема з тиском. А які наслідки будуть, от якщо не вимірювати свій тиск, не знати свою норму, до чого може призвести? Как это обычно бывает? Есть какие-то симптомы, например, там побаливает голова, краснеет человек, да? Но он не измеряет давление, ему это не интересно. И потом в какой-то летний день, на каком-то празднике, у него просто, он теряет сознание, это инсульт, например, да? Лопается сосуд в головном мозге, он теряет сознание, и если ему быстро будет оказана помощь, то он останется жив и, может быть, даже при памяти. А если помощь окажется не своевременной или неправильной, то есть будут лечить что-то другое, то он может остаться инвалидом на всю жизнь. Так, і хотів би тут уточнити, тобто логіку в тому, що потрібно вимірювати тиск, ми зрозуміли, а скажіть, ви також згадували про ось ці швидкі тести на холестерин, в частності, як часто їх потрібно робити, з якою періодичністю? Раз в год, після 35 лет, раз в год. Если у вас, да, хороший холестерин, то есть в идеале, конечно, не надеяться на бесплатные тесты, да, если вы можете себе позволить, вы выбираете хорошую лабораторию, туда сдаете расширенный липидный комплекс, да, смотрите на свой холестерин, и если там коэффициент атерогенности нормальный, то есть если соотношение плохого хорошего холестерина то, в принципе, можно и 2, и 3 года следующих не сдавать. То есть, если у вас ничего кардинально не меняется в жизни. Точно так же с уровнем глюкозы. Да? Если есть лишний вес, то там уже другая идет, разворачивается картина. Да? То есть, если индекс массы тела выше, то тут нужно еще сдать инсулин, и это уже не входит в бесплатное. Да? Если мы говорим о уровне, что там у нас еще, общий анализ крови, он тоже вот, например, такой явно выраженный, мы видим в общем анализе крови только явно выраженный дефицит железа. Если у вас есть симптомы, там, слабости, головокружение, да, мало энергии, то лучше сдать, например, не общий анализ крови, а ферритин и сывороточное железо. То есть это уже, знаете, более такие тонкие моменты. Но когда
смотрим глобально в целом, да, на большинство людей, то хотя бы вот эти минимальные, они нам помогут отсеять очень большую часть людей, у которых уже есть болезни, но они об этом не знают. Угу. Тобто все ж таки потрібно завчасно все одно знайомитися зі своїм організмом, досліджувати його. І, як я зрозуміла, потрібно і чоловікам, і жінкам краще робити це років з 18, правильно? Да, з 20. А, з 20. Угу. Скажіть, будь ласка, от ми говоримо все ж таки про фізичне здоров'я, а психологічне все одно ж впливає на наше фізичне. Якось бути саме з психологічним аналізом і знайомством зі своїм організмом? Вот, кстати, в результате этого исследования STEPS там исследовали тоже и психологическое здоровье, и было показано, что у украинцев так все более-менее неплохо. Ну, то есть где-то 50% людей испытывают психологические там какие-то депрессии периодически. Да? Но исследователи считают, что на самом деле этот показатель преувеличен немножечко, потому что депрессии намного чаще у людей случаются. И депрессии, они могут быть как результат дефицитов определенных, например, дефицита витамина D, или того же там, да, железа, витаминов группы В, то, что питание не покрывает, да, всех необходимых затрат. И психологическое здоровье, да, важно понимать, что профилактика вот этого состояния и депрессий заключается просто в регулярном либо самоанализе, если уже у вас есть такие навыки, либо все-таки посещение психолога, своего психолога, либо психотерапевта. Сейчас, слава богу, уже входит в это в моду, в практику, что к психологу идут люди не больные на голову, да, а просто те, у которых, например, в душе есть какой-то нерешенный конфликт или какой-то вопрос. И это нормально — пойти к специалисту, и который поможет разобраться в этой проблеме, чтобы не носить ее месяцами, годами в своей голове и не раскручивать бесконечно. Ну і давайте на завершення, напевно, найголовніша порада від вас, як сімейного лікаря. Як же ж нам не забувати про своє здоров'я і не чекати, знаєте, найпідходящого моменту, аби сходити до лікаря? Значит, прямо сегодня вы покупаете сантиметровую ленту, измеряете свою талию, измеряете свой вес и считаете индекс массы тела. В любой аптеке, либо же купите домой тонометр, да, чтобы знать уровень артериального давления. Если здесь все в порядке, то в принципе можно запланировать такой в свободном графике поход к семейному доктору, чтобы посмотреть еще холестерин, глюкозу, да, и в целом спросить, а что нужно делать, чтобы сохранить здоровье. Если уже здесь, на вот этих трех моментах, у вас есть какие-то отклонения, какие-то нарушения, да, то нужно бежать к доктору и делать более расширенный анализ крови, исследований, чтобы не допустить серьезных болезней в свою жизнь. Пані Дарина, ми вам дуже дякуємо, що розпочали ранок у нашій компанії. Дякую за приємне інтерв'ю. Друзі, бережіть себе, не хворійте, будьте здоровими і користуйтеся нашими порадами, які прозвучали в ефірі. Сьогодні 16 вересня, і найоперативніший та найактуальніший матеріал зібрано на нашому ютуб-каналі «Правда тут». Також рекомендую підписатися. Мене звати Ангеліна Таран, і ми дякуємо вам за те, що ви завжди разом з нами. Обіцяємо вам, що далі буде ще цікавіше, а чекаємо на ваші коментарі і вподобайки.